Алтес-лагерь. Тыльная сторона ремонтного завода для рембазы. Восковая часть 42030. Алтес-лагерь. Мы на территории здесь уже. Тыльная сторона, как я сказал. Это вот забор здесь. Мы за забором. Ворота. Посмотрим через ворота. Прямо ЖД переезд. С левой стороны здание КПП, артбригады и других частей. Вот она здесь. КПП. Да, войсковая часть 47-279. Здесь размещалась КПП была. А там артбригада. А здесь дергается. Тут размещались подразделения противотанкистов, артиллеристов. Здесь размещались, заходя на через это КПП, подразделения войсковой части химической и бактериологической защиты. Ну а здесь вот на территории войсковая часть 42030. Это ионная вотчина. Ионная, да. Да, вычеркиваем. Вот тут вроде как тропинка. Это животные. Я думаю, что это еноты натоптали. Вот эта тропиночка маленькая. Вот они тут. Потому что большое животное здесь не пройдет, а енот как раз тут в дырку шмыганет и потом. Вот она туда пошла вглубь. Тыльная сторона этих цехов. Вот может я неправильно сказал ремзавод. Поправьте. За спиной ворота синего цвета, они покрашены. Это уже давно, наверное, лет уже 8-10 прошло, как были покрашены. Вот мы через них смотрели. И видно крышу и здание, которая на ЖД переезде. Левее здание, там останавливается эта станция, собственно, станция ЖД. И автобусная остановка. Мы здесь были как-то летом. Походили, посмотрели, повспоминали. Сейчас пройдем, не так много листвы. Ну, сосенки также в своем обычном наряде. Но вот березки и другие лиственные деревья без листвы, и мы кое-что еще можем увидеть. Пойдем еще вдоль забора. Какие-то тексты там попадаются, посмотрим. Да, вот забор, а за забором уже улица Каштанина аллея. В правую сторону на аэродром. Шлам, который будет попадаться нам в объектив, внимания мы не обращаем. Не из-за этого мы здесь хлама. Текстов очень много, но в большинстве своем они не читаемы. Я уже и так старался, и так кое-что прочтем, конечно. Вот тут что-то. Тут ничего не читается. Виды, что ли? Это написано. 76. 78. Это забор. Ленинград, наверное. Еще возле ворот купимся. Вот тут щиток. Электрический. Тут гнездо было, вот. Гнездышко. Гнездом не назовешь, маленькое.
по СССР. Башкирская или русская? 69-й год, дембель. А, Липецк. Ну, тут все посмотрели. Закрыли мы щиток электрический. Для птички место мы оставили. Да, пойдем мы вдоль этого, вдоль объекта. Дойдем к этим воротам. Вот труба котельная. Труба есть, котельная нету. Как угораздило сосенка вырасти. По всем объектам, по всем помещениям этих цехов мы с вами ходили, включая подвальные. Да, труба есть, котельной нету. Нет даже признаков. Ворота, яркое пятно. А сегодня 18 февраля 2022 года. 11 часов, 6 или 7 градусов тепла. Пасмурно ожидается. Дождь сегодня, снег ожидается. Это все ожидается, но мы ничего этого не ждем. Вот, кстати сказать, это верба. Что-то тут она такая жиденькая. Но она есть, вот. Видно почки вот-вот. Она идет. Она лежит здесь, этот кустарник, поэтому вот этот кустарник, это верба. Почки распускаются. Куда ж пошел этот? Енот. Вон туда пошел. Встречал я их тут. Он тут не один проживает. Им удобно, комфортно. Вот тут написано не курить, но мы и не курим. Вчерашним днем был очень сильный ветер, очень сильный. Тут что-то еще написано. 15 метров подходить. Во время грозы не подходить ближе 15 метров. Ну хорошо, что сейчас не гроза. И мы подошли. А гроза уже была один день назад ночью. Гром, молнии, все были прибыты. Вот там АТС-3 написано. Поближе не будем подходить. Почему не подойдем? Да, почему? Причин тут много. Вот, мы подошли. Тут еще текст. Ага, ответственный здесь. Ответственный за... АТС-3. Ну, тут ворот нет, текста никаких нет, мы к забору. Вон автобус прошел по улице за забором который. По глазам. Это гудят машины за забором. Вот тут много текстов. Было много, осталось не очень. Йошкар-Ола. Да, большими буквами. Серые. Вот, okay. Донецк.
Я все не могу прочесть, некоторые могу пропустить. Но снимаем все, кто-то прочтет. Может быть. Йошкар-Ола мы посмотрели. Брянск. Что-то вот тут написано. Минск. Караганда видно. Кара. Далеко мы не поехали никуда сегодня, потому что мы уже говорил. Дождь ожидается, но может успеем, пока дождя нет. Марин. Марист. Марийская. Ах ты, вот как написано. Марийская. Большие буквы. Тут Казань написано прямо. Некоторые даже не берут считать. Жалко, конечно. Вот тут дембель хорошо видно. Тыльная сторона мы все ходим. Вишневка. Осень. Канси. Казахская ССР, Целиноград, вон написано. Леову. Вот это все были тексты. Были. Баку вот видно. Львов. И тут мелким шрифтом что-то написано. До приказа, наверное. Тут что-то нашкребано. Лисичанск. Один день. Наверное, что-то тут еще было. До приказа. Азы. Один день. Ковель. Кутаиси. Да жалко, не видно. Вася, это вот тут есть. Вася. Виль. Саратов. Ну чё? Тут что-то всё закрашено, закрашено, закрашено. Гидрант здесь вот, сзади. Из объектов гидрант.
шиповник. Надо шиповник. Оживленное движение за стеной. За стеной. Стеной забора. Вон там автобус проскочил. Тут мы пропускаем, тут ничего нет. Ничего. Штукатурка, видно, была, потом подлетала. Ну, надписи все, естественно, ушли. Отштукатуренные стены. Место со штукатуркой. Да. А вот это нет. Карелия. 75-77 год. Карелия хорошо видно. Всегда на любом объекте, если более-менее все тексты сохранились, ну и весь Советский Союз представлен в текстах, за некоторыми там исключениями. Ух ты, какие колючки! Ты что-то тут видел? Это лес. Радик здорово написано. Радик. Горький. Мукачо. Кто-то Бухара не встречается. Всегда у нас Бухара. На текстах есть. С Узбекистана, ребят. Воложен. Что тут написано? О, какая тут. Жилье-стройство. Ролик. Видимо, тут ворота были какие-то когда-то. Устройство, видимо. Да, вот тут рядом пролом был. Видимо, тут были ворота давно. Вот внизу. Вот мы все тут ходим, все за этими воротами, за стеной этих цехов. Мойск. Вот это железка. А вот это пролом, хорошо виден с той стороны. Был вот белого кирпича силикатного. Дождь пошел. Молодцы. Надеюсь, что нам не помешает всем. Тут нет текстов. Каких? Да, дождь. Прошли мы этот пролом, который бывшие ворота, наверное. Вот такая же железка здесь была, как мы видели. Только нет никакого ролика. И тут тексты пошли. Кавказ. Луганск, Краса. В 64 Горький. Люди прошли за стеной. Цыган, Барнаул. Москва, видимо. Дождь. Орел.
52-56. Ну, когда бойцы тут были, уже отмечались. Калуга. Раз. 27-26, там что-то. Бубро. Горький. Тут прерываются все тексты. Тут вот кран-балка стоит. Текста нету. Некто запутался, залез. Шиповник, ну какая же вроде. Тут нету. Осень. Легкий забор был, вот он, видимо, цех отделялся от другого цеха. Текстов никаких. Вот мы туда потихонечку идем, уже минут 20, наверное. Все, вдоль стены смотрим текст. Да, вот кран-балка. Вот тут написано. Не стоять, видно. Стоять опасно. Опасная зона. Ну, мы уходим, чего мы будем стоять. Так, не подойти. К стене. По-моему, тут не больно-то и текста. Нет, есть текст. 75-й год май. Вот мы уже к краю подходим. Уже вон видна подстанция. Но ее бы не видели с этого места. Там были склады. Склады продуктовые. Погреб был. Подвал. Для овощей. Хранилище овощей. Вон как дерево. Нас хоть прогнило. И вот дальше там, если есть тексты, то были, видимо, закрашены, забиты, забелены. Вот здание подстанции, электроподстанции. Сейчас детский клуб юных пожарников. Как можно сказать? Вот-вот мы с вами шли и пришли. Куда пришли? Вот уже видно, что на стене дождь. Нет, и тут ничего. Вот так мы увидали с вами здание, которое склад был, и подвал. Крыша подвала хорошо была видна. Высоко. На котором мы приехали, на котором мы уедем. Я надеюсь. Выйдем сюда и завершим. Не пойдем, я хотел идти. Планировал сходить еще до
фонтана. Там бассейн, который был. Вот. Вот эта яма есть тут. Это подвал, хранилище вообще. А тут другие были объекты, которых нет. А вот так прямо, там как раз было столовая. Наверное, слышно, что дождь идет. Мы завершаем и уезжаем. Заглянем мельком сюда в дверь, в окошко куда-нибудь. Да и заглядывать не будем. Целей будет, уезжай. Вот молодые сосенки на месте склада вырастают. Там КПП был, он белого, между этими двумя зданиями. Это тут был подвал. В следующий раз мы походим его до фонтана, другие объекты посмотрим. Уезжаем, он начинается сильный дождь. Объектив зальет. Посмотрели мы с вами тыльную сторону объекта. Этого объекта. Боюсь сказать, ремзавод. Тут есть у нас несколько минут. Вот мы куда зашли с вами. Были мы по всем цехам, по этим ходили, смотрели, вспоминали. Ну, больше смотрели, да, и вспоминали, но не делились. Что это, для чего это? И там дверь, дальше можно пройти. Пошли, ложи. Полочки, эти шкафчики. Мы зашли со стороны вот там, где уже склады и хранилище овощей. Здесь можно выйти и зайти вон там на выход. Быстрее мы шли с вами. Вот видно, что дождь был, ложечки еще, крыша прохудилась, конечно, вот крыша. Ну, а дальше будет цех один и спортзал, кажется. Мы сюда вышли, о, какое помещение. Цех какой-то. Тут хорошо, дождя нет. Колорифер еще он слева и справа. Здесь мы проходили с вами с той стороны. Вот там мы шли. И так дальше можно туда дальше идти. Не так давно не было здесь возможности проходить. Это спортзал. На картинке внимания не обращаем. Дальше там уже раздевалка будет, да туда, если выйти.
раздевалка, душевые, туалетные комнаты. Зайдем, раз мы уже ходим тут. А дождь идет. Сейчас буду ехать по дождю. Тут можно подняться на второй ярус. Вот по этой лесенке. Имущество покупное, закупное написано там поверху. Щиток электрический. Ну и выходим. И завершаем. Сейчас будет завершение отведенного времени, в этом устройстве, и мы на выход уезжаем. Тут-то рядом, где я проживаю, но быстро не проехать тут. Надо объезжать, объезжать, объезжать. Спортзал, вход туда. Мы выходим так же, как и заходили. Сегодня 18 февраля 2022 года. О, там вентилятор все присутствует, вытяжной. Вон там мы заходили в ту дверь, вышли в эту. Да, что такое, щит увидали электрический. Щит есть, электричество нет. До свидания, до новых встреч.